Добрый вечер. Смотрите сегодня в выпуске. Не выдержал давление. Генеральный директор саратовских авиалиний уволился по собственному желанию. А также очередь закрыли. Городские власти отчитались о решении проблемы детских садов. И коллекторы изобретают новые методы борьбы с неплательщиками. В Энгельсе пенсионерки разбили окна. Об этом и не только. Совсем скоро. Не переключайтесь.